Любовь к родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя. Лейтенанта Быкова Андрея Викторовича, посмертно. Вечная память. Ура! '48 год, после войны разруха, его направляют на Донбасс. Всех вот этих с России. Поднимать Донбасс надо. Дурная? Ну что ты дурная? Сама ты дурная. Ну-ка, ужас. Фитнес сидячий. Какие бандеровцы? Где они? Что они делают, эти бандеровцы? Мы никого не видим, никого не слышим. Военный человек, он сразу куда-то в укрытие. А он стоит, рыбалка, ловит рыбу, его убило, разорвало. Я не предполагаю, что может война еще идти какое-то время. Я думаю, что еще месяц-два это все это закончится. Решила пойти в НАТО, но ее дело. Нет. Американцы все всунули, и вот любой ценой Россию надо расколоть. Крым жалко, а вот Донбасс возьмет. Да вот мы ходим просто по пачкам долларов, вот так. Тух-тух-тух. Вот красное дерево. Давайте выпьем, чтобы у нас был мир, хотя бы какие-то просветы на мир. Я никогда не думал, что буду снимать этот фильм.